Алло. Джейсон, предупреждаю, вас могучий воин, но Хойт как демон. Много ракет атаковало его остров. Выживших нет. Одного за раз, Деннис. Сначала вас, потом Хойт. Ты говоришь о невозможном. Даже я не смог бы. Да ладно, Деннис. Все бывает в первый раз. Смело. Но доктор сказал, что твоя лодка почти готова. Скоро ты уплывешь. Уйдите. Воин возвращается из земли мертвых. Я принес тебе сувенир. Время пришло. Слабого это яд. Только сильный сможет выжить. Следуй пути. Твои чувства затуманены. Ты идешь их путем.
Скажи мне, кто я? Ты воин. Ты живешь ради битвы. Каждый, с кем ты сражаешься, погибает и заслуживает этого. Ты носишь татау. Ты чувствуешь джунгли вокруг. Ты Ракьят. На той стороне острова вас и его пираты порабощают тела и души Ракья! Мы будем драться, пока вас не падет к нашим ногам! Мы – воины Ракья! И я приведу вас в кланы! Я иду за тобой. Приз, мудила. Думаешь, я не знал, что ты приедешь? Я разочарован! Я так на тебя надеялся, Джейсон! Здесь повсюду огонь! Как сраная гвинта! И дело в том, что я тебя сюда не тащил! Ты поймешь! Плачу десятку! Первому, кто принесет мне мошонку, Джейсона Броди! Ты пришел завалить меня в моем же доме из-за суки, из-за цифры, а заодно брата и Фэнса не пожалел! Крышу ты продолжил! Скотину!
грязную вашу твою сраную душу! Твою отравленную ядом душу, ублюдок, ты больной! Спасителя! Прими к сраному кресту и дай возродиться!
храбро дрался, воин. Встань. Насладись победой. Она хочет сделать тебя воином. Ты облажался, Джейсон. Вас мертв. Бросил меня, племя, своих родных. Хойт Волкер соблазнил его деньгами, наркотой. Он стал чудовищем, но он был моим братом. Хойт заплатит за то, что сделал. Тебе и моим братьям я заберу его жизнь. Твои друзья? Они уедут, а я останусь с тобой. Я рада этому. Как ты убьешь Хойта? Я встретил шпиона по имени Уиллис. Он проведет меня на остров Хойта. Умно. Ракьет будут скучать по тебе. Неужели? Вернись ко мне. Кракьет. Скорей. Джейсон! Уже уходишь? Деннис, я... Ты все еще работаешь на Цитру? А? Мы такие разные. Ты и я. Когда-то... Мне пришлось побывать в шкуре иммигрантов в Штатах. Я работал механиком в гараже. Все смеялись над моим акцентом. А хозяин платил мне меньше, чем остальным. Они хотели... Унизить меня, сына генерала Либерии! Меня унизить! Но я-то знаю, кто я такой. Цитра
освободила меня. Она со мной. Желаю удачи, Джейсон, в твоей миссии. Да. Бутылка пустая. Еще одну, пожалуйста. Быстро. Ты в порядке? Ну да. Хорошо. Лодка почти готова, и мы можем вернуться домой. Я не поеду. Что? О чем это ты? Я нашел свое место. Оно здесь, на острове. Джейсон, ты серьезно? Лиза. Я просто пытаюсь понять, что к чему. Впервые в жизни я точно знаю, чего хочу. Я не упущу эту возможность. Ты совсем взрослый, я целую вечность этого ждала. А теперь ты уходишь. Прощай, Лиз. Лиза, отпусти его. Слушай, хватит гундеть, потому что Оля остается здесь с доктором Мэ. Ты должен вернуться. Зачем? Ты знаешь, зачем. Сказать маме. Черт. Ладно, ладно. Я сделаю. Береги себя, ладно? Ты тоже. Я буду скучать. Удачи на Уолл-стрит. Это все суета. Будь сильным. Ага.
И уходи. Береги себя, ты в этом хорош. Тяжело. Хуже, чем я думал. Ладно, к делу. Итак, агент Уиллис.